Здравствуйте! Сегодня моя распаковка для сайта MonoOpt. Первое, что я хочу показать, это корзинки деревянные, которые я купила на сайте MonoOpt. Вот одна корзинка. Она квадратная, размером 15 на 15 я выбирала. Она достаточно глубокая и удобная. Вот, видите? Да, таких корзинок я купила себе 4 штучки для упаковки наборов для мыла. Дальше я купила себе наполнитель для этих упаковок. Вот такой вот натуральный. Это будет в коробочке. Дальше формочка с 8 марта. Пластиковая, очень удобная, очень красивая мылка получается. Я уже его попробовала. Всем рекомендую. 10 штук пакетиков. Вот такие. Тоже для упаковки мыла будет. Были у меня еще в заказе флуоресцентный пигмент красный 5 грамм. Такой вот. И флуоресцентный лимонный. Тоже 5 граммов. Очень яркие, очень насыщенные цвета. Я уже жду, не дождусь, пока буду пробовать с ними мылка. Ароматизатор пищевой, бергамот и мандарин. Ароматизатор. Ароматизатор пищевой, лесной орех. И отушка Кока-Кола. Глицерин 100 миллилитров и мыльные основы килограмм. Основа у меня белорусская с маслом ши. Вот так вот. Вот мой заказ с сайта MonoOpt. Спасибо вам большое за быструю доставку, качественную продукцию и хороший персонал. С вами всегда приятно работать. До свидания.